Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Светлана Кудрявцева, я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Дополнительные средства на поддержку многодетных семей и строительство соцобъектов. Депутаты губернской думы внесли изменения в бюджет текущего года. Высокие результаты. Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами вошел в топ-5 штабов страны по качеству работы на минувших выборах. Провели 193 спектакля для юных зрителей. По итогам 2023 года Самарский театр драмы стал лидером по реализации программы «Пушкинская карта». Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ России по Самарской области, МВД и Росгвардии за предотвращение теракта в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций региона. Как сообщает ФСБ, злоумышленник был пособником террористической организации и действовал под патронажем украинских спецслужб. При его задержании произошел самоподрыв изъятого им взрывного устройства. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. Дополнительные средства на поддержку многодетных семей и строительство социально значимых объектов. Депутаты губернской думы внесли изменения в бюджет этого года. Парламентарии также поддержали новые назначения в правительстве, обсудили оперативную обстановку в регионе и после бурных дискуссий приняли в двух чтениях закон об обращении с животными без владельцев. В заседании приняла участие также глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее наш репортаж. Депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании рассмотрели более 30 вопросов. Повестка выдалась насыщенной. Парламентарии проголосовали за назначение на должность вице-губернатора, руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрия Рожина. Аналогичную должность он занимал и ранее. Также депутаты поддержали назначение Ольги Криковой на пост главы счетной палаты региона. Ранее она была первым заместителем министра областного Минэкономразвития, а до этого возглавляла налоговую службу региона. Задача, которые стоят перед счетной палатой Самарской области, они понятны. Это организация эффективного контроля за, в первую очередь, это организация эффективного контроля за использованием бюджетных средств. Надеюсь, что мы, я как руководитель и весь коллектив счетной палаты Самарской области с этими задачами справится. Региональные депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете на текущий год. Более 1 300 000 000 рублей в текущем году направят на дополнительные меры поддержки многодетных семей. 1,5 миллиарда на строительство и реконструкцию социальных объектов, больниц, школ, театров. 1 700 000 000 уйдет на обеспечение населения лекарствами и оснащение оборудованием медицинских учреждений. В числе других направлений расходов – строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение капремонта в соцобъектах, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. С отчетом об оперативной обстановке выступил начальник ГУМВД России по Самарской области Игорь Иванов. На территории региона в прошлом году зарегистрировали 47 595 преступлений. Более половины из них – имущественные посягательства, кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство. Каждое десятое преступление связано с незаконным оборотом наркотиков. 6,4% от общего числа преступлений совершены в экономической сфере. Конечно, особый акцент делается на выявление и раскрытие преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Выявлено 26 таких преступлений. Составлено 128 протоколов за экстремистское проявление. Из них 28 за дискредитацию вооруженных сил. Совместно с прокуратурой прекращена деятельность 853 запрещенных контента. Особый резонанс вызвало обсуждение проекта регионального закона об обращении с животными без владельцев. Наши города и села должны быть безопасны в первую очередь для людей. Бродячих собак в населенных пунктах быть не должно. Они все должны иметь хозяев. Если это домашнее животное, это животное, которое живет дома, имеет хозяина. Животные, которые обитают на улице, избиваются в стае, это уже дикие животные. Мы в первую очередь должны подумать о людях, которые оказываются совершенно беззащитными перед собаками дикими. Это дети, это старики, женщины, да кто угодно.
После внесения поправок в законопроект было принято решение, чтобы обезопасить жителей региона от нападений и укусов, усыплять будут только агрессивных собак, представляющих угрозу для человека. Остальные животные, не нашедшие хозяев или не оставшиеся в приютах, будут возвращены на волю. Также по закону запрещается прикорм животных без владельцев рядом с многоквартирными домами, школами, остановками общественного транспорта, больницами, детскими площадками, в гаражных массивах и на стоянках. За нарушение предусмотрены штрафы. Также предусматривается возможность создания на территории Самарской области пунктов временного содержания бездомных животных, в которых ветеринар будет проводить первичный осмотр собак, оказывать неотложную помощь, вакцинировать и стерилизовать. Животные будут зарегистрированы и поставлены на учет. После дискуссии и споров большинство депутатов поддержало закон в двух чтениях. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В Самару вернулись осадки. В связи с изменением погодных условий в Департаменте городского хозяйства и экологии обсудили первоочередные задачи. В усиленном режиме ведется откачка талых и дождевых вод. Об этих и других сезонных работах расскажем в нашем сюжете. В Самаре сегодня первый весенний ливень. Профильные службы нарастили объемы работ по откачке талых и дождевых вод. Лужи приходится удалять с низины участков, не оснащенных системой ливневой канализации. Воду вывозят бойлерами. Все то, что откачивается, сливается в систему, в сети дождевой канализации. Предприятием инженерной системы уже проведена работа подготовки своих сетей к пропуску талых вод. Практически середина февраля проводилась проливка коллекторов горячей водой. В настоящий момент все сети открыты, готовы принимать талые воды. В городе около 44 адресов, где скапливаются талые и дождевые воды. К примеру, улицы Парниковая, Заводская, Дыбенко, Чекистов. Для работ по откачке каждую смену задействовано до 10 бойлеров. В сутки откачивают около 1500 кубов. Чаще всего приходится выезжать на участки в Кировском районе и Куйбышевском. Сегодня максимум усилий сосредоточили для откачки вод на переулке Утевский. Это единственное вот в районе Гигантское, а так мелкие. Это снег, талая вода. С середины марта по городу откачали 9917 кубометров воды. Только за прошедшие сутки было откачано 1864 кубометра. Работы ведутся круглосуточно. Параллельно продолжается уборка на городских территориях и вывоз остатков снега и наледи. С начала сезона на специальные площадки было доставлено более 488 тысяч тонн снежных масс. Сегодня для выполнения всех видов работ было направлено 219 единиц техники и 3154 уборщика. Активно ведется и подготовка к месячнику по благоустройству. Он начнется 1 апреля. В числе подготовительных работ – вырошение снежных масс и уборка мусора. Среди сезонных работ остается очистка скатных крыш от снега и наледи. В Самаре свыше 6800 скатных кровель. Большую часть привели в нормативное состояние. 182 крыши охватят работами в ближайшее время. Безусловно, здесь акцент ставится на работу управляющих компаний и их своевременную организацию, чтобы очистить скатные кровли. Но, тем не менее, с жителем в данный период, когда происходит оттепель после долгих заморозков, необходимо самим тоже соблюдать требования предосторожности, безопасности, задуматься о том, что где следует пройти, стоит посмотреть, где припарковать автомобиль. Управляющим компаниям поручено оперативно и тщательно следить за веренными объектами. Так, накануне очистили 102 скатные кровли, а сегодня утром в работе было еще 93. К управляющим компаниям, которые не выполнили своевременную очистку крыш, применяют административные меры. С начала года было составлено 395 протоколов в части надлежащего содержания. 370 протоколов уже рассмотрены и были наложены штрафы. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. Итоги работы общественных наблюдателей, экспертного сообщества, горячей линии и мониторинга соцсетей. На заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами прозвучали слова благодарности всем, кто принял участие в обеспечении открытости, прозрачности и законности всех процедур во время главных выборов в стране. Как со своей задачей справилась Самарская область, расскажет Галина Топилина. Неравнодушные граждане с активной жизненной позицией. Более 5000 общественных наблюдателей в Самарской области обеспечили прозрачность и соблюдение закона в ходе президентских выборов. За подготовку экспертов отвечал общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Самарская область вошла в топ-5 регионов по эффективности наблюдения.
По оценке наших федеральных коллег мы получили оценку 4 с плюсом. Это хороший показатель, нам есть к чему стремиться. Мы понимаем, насколько наша работа может быть выстроена. Достижение высокой планки стало возможным благодаря слаженной работе всех членов штаба. В его составе 15 человек. Это представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Каждый член штаба курировал отдельное направление. За месяц до единого дня голосования началась работа горячей линии по выборам. Ее функционирование обеспечила Нотариальная палата Самарской области. Сотрудники колл-центра в ежедневном режиме принимали обращения и отвечали на все интересующие граждан вопросы. Все было спокойно. Те нарушения, о которых сообщались, не подтвердились. Сразу же направлялись экспресс-сообщения. Для проверки они не подтверждались. За работой в соцсетях и мониторингом легитимности размещаемой информации отвечала экспертная группа во главе с представителями адвокатского сообщества. Самарская область стала регионом-лидером по качеству проделанной работы в этом направлении. Я считаю, что это большое достижение. Почему? Потому что вопрос не в том, какое место заняла работа общественного штаба, а тот результат, который был достигнут на выборах. Легитимность выборов не вызывает никакого сомнения. Не вызывает никакого сомнения, что многие граждане Российской Федерации фактически восприняли, на мой взгляд, эти выборы как референдум. Референдум доверия как президенту, как политике, которую предлагает президент, как тем шагам, которые мы делаем в этом направлении. Большую работу общественный штаб провел в преддверии дня голосования. Мониторинг всей избирательной кампании на каждом ее этапе находился под пристальным наблюдением экспертов. Мы смотрели, как идет агитация, и в отличие от предыдущих многих кампаний, вот в этой части практически не было никаких отступлений от правил, установленных действующим законодательством. Организаторы выборов сделали все для того, чтобы активные участники избирательной кампании, прежде всего это представители кандидатов, доверенные лица, воспользовались своими правами по продвижению программ и идей, которые выдвинули их кандидаты. По мнению экспертов, система подготовки общественных наблюдателей и их участие в процессе контроля за ходом голосования полностью себя оправдали. На итоговом заседании общественного штаба отметили возросший интерес молодежи к выборам и неравнодушие граждан к политической и общественной жизни страны, а также роль СМИ в избирательной кампании. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Школа – второй по значимости воспитатель после семьи. В Самаре прошло совещание с советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На него съехались представители со всего региона. Лучших сотрудников отметили дипломами. Слово Ксении Бакановой. Екатерина Акопьян – советник директора по воспитанию 22-й Самарской школы. Здесь она начинала работать еще в 90-х годах хореографом. Сегодня приобщает к танцам своих учеников. Вместе они устраивают пышные балы. Участвуют все, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. По словам Екатерины, ребята в танце по-настоящему раскрываются и становятся увереннее. Ее труд незамеченным не остался. Педагог заняла первое место в номинации «Лучшая практика по взаимодействию с детьми, требующими повышенного педагогического внимания». Я всегда рядом с детьми, вместе с детьми. Я сама танцую до сих пор с удовольствием на всех праздниках, на всех балах. Я действительно очень люблю детей и очень люблю свою работу. И я понимаю, что я выбрала именно тот путь, который я хотела и мечтала о нем всегда. С 1 сентября 2023 года в образовательных учреждениях региона появилась новая должность – советник директора по воспитанию. Главная задача этих специалистов – стать для учащихся старшими товарищами и наставниками. Советник непосредственно курирует все инициативы детей, то есть все, что они предлагают, он берет и помогает им реализовать, воплотить в жизнь. Он знает про все объединения, которые есть внутри образовательной организации, и любого ребенка может направить в соответствии с его интересами. Ну и, соответственно, знает, какие формы предложить
помочь как педагогам, так и родителям. Советники директоров по воспитанию приняли участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка». Всего поступило 148 заявок. Одним из популярных направлений стала работа с родителями. Организаторы отмечают, все больше взрослых участвуют в школьной жизни и активно интересуются, чем живут их дети. Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самарском театре драмы прошла встреча артистов с амбассадорами Пушкинской карты. В прошлом году более 26 тысяч обладателей карты посетили театр. Это рекордное количество посещений во всем регионе. Такой успех работники театра связывают с деятельностью амбассадоров. Кто они и чем занимаются, расскажем в следующем сюжете. В чем секрет молодого? Проблема в том, что это корни. Я понимаю, что это магия. От бытовых историй до профессиональных секретов актриса театра драмы Ольга Жукова и Анастасия Ермилина делятся с преданными зрителями самым сокровенным. На встречу пригласили амбассадоров театра. Это люди, которые бесплатно посещают спектакли, пишут посты и тем самым привлекают внимание зрителей к постановке. Среди них Виктория Иевлева. Студентка активно ведет социальные сети, любит театр. Виктория подала заявку и стала амбассадором Пушкинской карты. Я просто люблю писать. А писать о театре – это вообще лучшее, мне кажется. Это правда классная возможность для тех, кто любит театр, любит рассказывать о театре, делиться своим мнением. Стать амбассадором может любой, кто владеет Пушкинской картой. А это молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Им нужно заполнить анкету на сайте Самарского театра драмы, пройти собеседование и активно развивать свои социальные сети. После каждого спектакля амбассадоры должны сделать пост в своих профилях. По мнению директора театра, это помогает привлечь молодую аудиторию. Это те молодые люди, которые, в общем-то, сегодня уже вовлечены в нашу театральную жизнь. Ну, такие внештатные, можно сказать, сотрудники нашего театра. Мы с ними дружим на взаимных, что называется, условиях. То есть мы обязательно просим их эту нашу дружбу отрабатывать, продвигая наш театр в молодежной среде. Чтобы мы слышали слова зрителей, потому что они слышат только нас, да? А вот именно, чтобы мы их услышали, их глаза, для нас это... Для артистов, правда, это очень важно. В театре драмы прошло 193 спектакля, доступных по Пушкинской карте. Их посетило рекордное количество ее обладателей – 26 282 человека. Виктория Шара и Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев. События. Актеры, оперные певцы, артисты балета, победители конкурса «Самарская театральная муза» чествовали в Самарском доме актера. Имена лучших записала наш корреспондент Полина Челякова. У актрисы театра драмы Виолетты Шулаковой знаменательный день. Она служит в театре 11 лет и уже получила первую профессиональную награду. Дебютная премия в конкурсе «Самарская театральная муза». Номинация «Лучшая женская роль молодой актрисы». Победу принесла роль Лизы в спектакле «Дети солнца» по пьесе Горького. Волнительно, очень волнительно, правда. Я прям такие эмоции сейчас меня переполняют. Это моя первая, на самом деле, награда, моя первая премия. Поэтому я даже немножко растерялась, но это, безусловно, очень приятно. Это вдохновляет, и когда оценивают твой труд, это всегда очень здорово. «Самарская театральная муза» – ежегодный конкурс профессиональных театров региона. Его участники – оперные певцы, артисты балета, актеры драматических и кукольных театров. Член жюри Елена Лазарева признается, в этом году темы спектаклей как никогда актуальны. Пандемия, человек и толпа, как оставаться человеком в непростой ситуации. Всегда появляются какие-то неожиданные, яркие работы. И всегда членам жюри очень трудно сделать свой выбор и понять, кто сегодня победитель. Работы, которые были предъявлены театрами Самарской области, были просто на очень высоком профессиональном уровне. Несмотря ни на что, именно наша с вами миссия – создавать будущее нашего страны, будущее человеческое, какое-то отношение к тому, что иногда происходит и серьезные сложные моменты. Конкурс проводился в течение нескольких месяцев в 11 номинациях. Победители определялись путем тайного голосования. Они получили дипломы, статуэтки и денежные премии. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.
Когда ежедневный стресс становится нормой жизни, люди перестают обращать на него внимание. Тем не менее, отмечают психологи, он оказывает негативное влияние на организм и ухудшает качество жизни. Как укротить тревогу и справиться со стрессом, расскажем в нашем сюжете. Натянутая струна под электрическим напряжением. Так психологи описывают человека в состоянии стресса. Раздражительность, бессонница и различные соматические проявления. В состоянии стресса вырабатываются гормоны, повышающие готовность организма защищаться от внешних факторов. При этом сегодня для многих это состояние становится нормой. Стресс бывает полезным, бывает нет. Когда в данный момент нет необходимости себя защищать, то, соответственно, этот стресс может становиться вредным для человека и накапливаться, если он с ним ничего не делает. Научиться управлять своим стрессом можно и нужно, утверждают эксперты. Главное правило – давать выход тревожным мыслям и чувствам. Не бояться об этом говорить. Хорошей альтернативой разговорам служат телесно-ориентированные техники и дыхательные практики. Это помогает сместить акценты с общего тревожного фона на то, что мы чувствуем здесь и сейчас. Можно, например, просто снять обувь, постоять босиком. Это в каком-то смысле некое заземление, почувствовать опору под собой. Объятие себя. То есть и небольшое покачивание, в каком-то смысле это как бы убаюкивание. И человек в этом как бы успокаивается. Дыхательные практики. На вдохе стараешься расслабиться, представить максимально стабильное, спокойное какое-то место. На выдохе представляешь как раз тревожащие тебя мысли, там образы, и как бы их выдыхаешь из себя. Когда стрессовая ситуация возникла, справиться с ней поможет чувство опоры, которое у каждого формируется с младенчества. Одна рука кладется на затылок именно так, чтобы ощущать, что ты поддерживаешь себя, а другую можно положить на лоб, на область лба или на темя. Так. Ага, ну вот. Да, нужно самое главное вот дать себе, чтобы вот опереться прям. Это именно опора. Надавить силой. Ну, не, именно дать себе опереться, как будто вот тебя на руках поднимают. Еще один метод – замереть и почувствовать биение своего сердца. Тактильные ощущения помогают переключить внимание. Это еще и как бы объятие, как будто тебя обнимают. Если нету рядом такого вот близкого человека. Конечно, если есть близкий человек, можно просто обняться. И получить вот эту самую поддержку и принятие. Не стоит забывать и об информационной гигиене. Однако полностью ограждать себя от новостей не стоит. Специалисты советуют дозировать информацию и не читать новости перед сном. А еще важно стараться видеть во всем только хорошее. Галина Топилина, Николай Сидоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. 12 апреля в Самарской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Ярмарка дает возможность соискателям ознакомиться с вакансиями нескольких работодателей в одном месте и в один день. Наряду с вакансиями также будут представлены услуги службы занятости, организованы тренинги по арт-терапии, квизы и другие мероприятия, которые прокачают вас как соискателя. Ярмарки также пройдут в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвесне, в Алексеевском и Красноярском районах. В Самаре будут работать две площадки в одном из торговых центров и в центре занятости населения. Администрация Самарского района напоминает, что до 30 апреля жители региона могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Выбирайте набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. В этом году в Самарской области на голосование вынесен 101 объект. Федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Госавтоинспекция Самарской области призывает быть внимательнее на дороге в связи с ухудшением погоды, сообщает администрация Куйбышевского района. Сегодня на территории региона наблюдается усиление ветра, осадки в виде сильного дождя и мокрого снега, местами гололедица. В связи с этим ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуют быть аккуратными не только на проезжей части, но и на тротуарах. Водителям автомобилей другого вида транспорта необходимо ответственно подойти к соблюдению скоростного режима, не совершать быстрых маневров и необдуманных действий за рулем.
На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи.